И всем привет, ребят! С вами Строванька, все, записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике. Сегодня у нас наконец-таки появляется на обзоре один из самых интересных дронов в свое время, который потерпел в свое время тоже печальные изменения, которые повлияли на его баланс, и многие забыли про него. Ну а сейчас его вроде как апнули. И настал тот самый момент, когда мы вместе с вами его потестируем, посмотрим, что он из себя представляет и есть ли вообще в нем смысл использования. Как вы знаете, я в последнее время играю только на бустере. Считаю, что ну, лучше, наверное, на данный период времени из бесплатных кристальных дронов нету. Да, то есть, если не сравнить там с каким-то кризисом. Поэтому будет интересно, что покажет из себя штурмовик. Скорость перезарядки данного дрона стала меньше, соответственно, это должно повлиять на его эффективность. И по сути, если я все правильно понял, то у него должен быть очень-очень быстрый и маленький кулдаун. И, соответственно, вы будете практически всегда находиться с плюсовым расходником. Ну и если, понятное дело, вы будете жить, то с этой расходкой можно будет неплохо нагибать противника. Для этого я выбираю сегодня викинга рикошета. Считаю, что это оптимальный вариант для теста данного дрона. Ну и посмотрим, что у нас вместе с вами в этом плане здесь получится. Если удастся набить хорошее количество килов, при этом дрон будет э, давать дополнительное преимущество по расходнику, то можно будет уже сделать какой-то определенный вывод. Поэтому начинаем. У нас, э, я думаю, что ЦПшечку, ТДМочку очку да, условную скатаем. Сейчас посмотрим, насколько быстро бои будут заканчиваться. Если бои будут... Быстрый, может, даже три боечка сегодня организуем. Поэтому пробуем, смотрим. Ну и надеемся на то, что данный дрон себя покажет хорошо. Я, в принципе, не сомневаюсь в том, что данное вооружение может набивать приличное количество киллов на том же бустере. Да, поэтому посмотрим, что будет у нас с этим замечательным дроном. Так, килл я пока не даю. Здесь очень многое зависит от того, как вы даете свои килы, да, то есть если вы сейчас видите, что у меня кулдаун расходки там до дэшки 40 секунд, сейчас посмотрим, что произойдет после того, как я уничтожу какого-то противничка, да, то есть пока что килов, конечно, нет. Давайте попробуем уничтожить. 25 сек, там вроде на 5 секунд улетело. Еще килл. Да, то есть как бы чуть-чуть подлетает, но ходу оно сильно особо не меняется, да, при киллах. Скорее всего, если у вас пропадет расходка, то после кила будет... Ну, вообще должен быть сразу откэдэшенный припас. Ну и там надо еще смотреть, как оно будет работать, когда у вас пропадает одна расходка, вы ее прожимаете и пропадает сразу следующая расходка, да, что там будет по кулдауну тогда. Но если в свое время у этого дрона не было альтернативы, да, то есть у нас изначально появлялись э, дроны такие как штурмовик, как э, тот дрон, который дает респафул расходку, я уже честно говоря забыл его название, да, и то есть у нас не было на тот момент времени в игре ни защитника, ни бустера, да, то со временем когда уже эти дроны новые начали появляться, их начали апать, то такой дрон, как штурмовик, ушел на второй план, и, по сути, от него никакого дополнительного смысла не стало, да, то есть, как бы, ну да, расходку он кулдаунит, э -э -э, э -э -э, но по большей части никакого дополнительного эффекта и бонуса вы не имеете, кроме как э -э, получения стабильной расходки. А -э -э, при том, что если вот вы живете примерно такое, такой период времени, да, то есть я прожимаю только один расходник, то понятное дело, что я не буду иметь никакого дополнительного преимущества, если я просто респлюсь, да, то есть здесь может быть есть смысл использования каких-то тяжелых корпусов, да, и какой-то пассивной игры, где вы не будете пушить, а будете пытаться жить как можно дольше. Но если я уж выбираю Викинга Рикошет, то я надеюсь на то, что я смогу здесь хотя бы пожить. Да, я не хочу играть на каком-то медленном танке, который будет ну, не так эффективен, как может быть эффективен Викинга Рикошет. Поэтому при его выборе происходит локсерва, я понял. Люблю, конечно, вот эти вот лаги, которые происходят в последнее время. Так, дэшка откадешивается. 10 секунд на кулдаун ДДшки. Дэ Сразу ДДшка дэ появляется после дополнительного кила. Окей, это очень хороший бонус. Да, четко. Расходка есть. Ну и, в принципе, если вот в таком ключе работать, то у вас, по сути, не будет кулдауна никогда на расходку. Если вы будете в тайминг быстро давать килы. Да, в чем плюс? раньше нельзя было так сделать за счет того, что был кулдаун дрона, да, то есть более долгий. Сейчас я так понимаю, что кулдаун дрона стал 3 секунды или 5, надо будет сейчас этот, кстати, момент тоже посмотреть. И понятное дело, что теперь вы можете довольно быстро откадешить свою расходку при уничтожении противника. Но я уверен, что это где-то может и будет работать, но вот на такой большой карте на дюсике вы, как я уже сказал, не живете столь долгий период времени, и, соответственно, это не имеет особо большого смысла для использования этого дрона. Так, ладно, ищем противников, пробуем давать килы. Хороший тайминг, хорошая зона. Три, четыре хотел дать, но четвертый уже здесь. А, ну, тоже неплохо долетело. Так, прожимаем ДДшку. Да, три секунды кулдаун у нас теперь для расходки. Это очень хороший момент, очень хороший момент. Желательно сейчас, чтобы мы во втором бою попались на небольшую карту, да, где, возможно, меня не будет жестко респить, и где у меня будет возможность пожить. И вот тогда уже посмотреть преимущество расходки, да. То есть, если это преимущество мне будет давать дополнительную жизнь и дополнительные килы, то, возможно, в этом будет свой определенный смысл. И я смогу сказать, что этот дрон можно будет в каких-то определенных эпизодах использовать. И использовать очень даже эффективно. Так, у меня нет аптечки, у меня нет особо большого количества хп. Поэтому стараемся так чисто от стеночки накинуть. Но у нас досрочка. Да, срочечка. Дал я 21 килл, но это определенно не показатель. Не показатель. Можно давать значительно больше килов, да, и, например, в этом бою, мне кажется, что на бустере получилось бы дать больше, да, то есть эффективность, скорее всего, этого дрона не была реализована на предыдущей карте, поэтому смотрим, что у нас сейчас будет здесь на подземочке. Шикарная... Ой, промзона, какая подземка. Шикарная карта мне... Она в свое время не особо, конечно, нравилась, но в последнее время импонирует, да, хорошая для набора очков, для фарма в целом. Есть даже на этой карте определенные бонусы в виде режима штурма, да, если играть, например, за атаку на какой-нибудь там условной теслочке, очень можно киллов большое количество давать, потому что респы находятся практически все в одном месте. Поэтому пробуем, смотрим. Да, с одной стороны, вы видите, да, то есть я с респа прожимаю только один припас, да, то есть при таком раскладе с бустером или защитником у меня будет сразу в тайминге два расходника, то есть это уже дополнительное преимущество, если я здесь прожимаю только одну расходку, то, ну, это не является эффективной составляющей, и для этого нужно жить, жить, да, то есть я сейчас опять респлюсь, и опять, по сути, этой эффективности нету, ее просто нет. Да, то есть, какое я могу иметь преимущество, если я респлюсь и опять прожимаю только один припас. Да, понятное дело, что сейчас могу дроповую тут расходочку собрать. Ну и теперь главное уже пробовать жить. Пробовать жить. Если поживем, то, может, что-то и получится. Акказиды меня быстро хавают. Ну вот, видите, бустер. Бустер просто меня уничтожил, как мясного типа, который ничего не смог сделать. Да, то есть, в этом плане нужно понимать, что... Что, что-что, что нужно искать какие-то варианты, варианты, карты. И может быть те ребята, которые играют на тяжелых корпусах, да, то для них этот овердрайв э, говорю, дрон будет хорошо себя показывать. Но я вот со своей привычкой к бустеру сейчас точно понимаю, что Ну не так эффективен этот дрон. Ладно, у нас есть 4 минуты, пробуем. Смотреть, что у нас получится. Дико Магнум решил чуть-чуть покурить. Сейчас мы заберем точку. Я думаю, что потом можно будет отправиться на центровой пуш. Нет, центровой мы пуш не будем делать. Ну и меня опять респят. Опять респят. Овердрайв я свой просерил. Пустую. Поэтому пробуем вот здесь вот отработать. Может быть что-то получится. Забрать здесь точечку, например. Нет, Респет, 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 респет. В очередной раз респет. И мы еще и будем сейчас проигрывать бой по ощущениям. Давайте прожмем срез по броню. Ну и попробуем хотя бы центр отдавить. Противника уже два реза три кошета. Ну не сказать, что это много. То есть, по сути, ничего такого страшного в этом нет. Прожимаем расходочку. Стараемся давать киллы. Так, но у меня вот был сейчас подавление эффект. Не было подавления, можно было бы неплохой овердрайв прожать. Главное постараться выиграть этот бой. Главное постараться выиграть. Главное постараться выиграть. Так, попробуем прожать. Ай, боже, в очередной раз меня контрит хори рейса с бустером, да? В очередной раз бустер показывает, что нужно использовать в матчмейкинге. Да, и какой все-таки дрон является лучше. Какой же все-таки стоит использовать? Ну, еще и такую плюшку мне добавляет. Жесткую, плотную. Поэтому бою вообще просто максимальная печаль. Максимальная печаль. Ноль эффективности. Да, здесь при такой открытой игре на Викинга Рикошете. Вот, например, Викинга Рельса, наверное, да, мне кажется, что вот если такое что-то кемперское брать, то показало бы себя получше. Изначально вот я думал, что Викинга рикошет хорошая комбиночка для подобной темочки, но, как вы видите, не работает, не работает эффективно, абсолютно вообще никак. Надо всегда сближаться, какая-то средняя дистанция и эффективности особо никакой дополнительной у нас нету. Ее просто нету. И здесь вариантов использования других вооружений очень большое количество. Но для этого надо, наверное, иметь определенные карты, на которых это будет очень эффективно работать. Да, то есть сейчас хороший овердрайв. Если бы я до этого такие же прожимал, может сейчас бы уже бы киллов 25 у меня было. Так, ну что, у меня кулдаун ДДшки. Мне нужен килл, да. То есть мне нужен килл, чтобы у меня была возможность прожатия а сразу дополнительной ДДшки. У меня полный кулдаун расходки. Я даю килл, и у меня кадешится только через 3 секунды ДДшка. То есть по ощущениям, но даже мне особо и не пригодилось. Так, даю еще один килл. У меня 4 секунды было до откадешивания ДАшки. Хорошо. У меня опять появляется фул расходка. Я даю еще килл. Стараюсь жить на вражеском респе. Если живу на нем и при этом у меня будет сейчас опять кулдаун расходки, буду давать килл, то опять мы будем сейвить все это дело, да? Смотрим. Так, у меня опять кулдаун ДД. Стараюсь убить викинга Магнума, но не убиваю его. 19 киллов, 45 секунд до конца. Вот Индианыч дает у нас уже 33. На своем хоре-страйкере с бустером, да. Эффективная работа. Качественная. Все, что нужно. Для победы в матчмейкинге. Очень спорно. Очень спорно. Очень спорно. И... Ну, видно, конечно, что этот дрон апнули. Но... Если сравнивать с бустером, да, или с защитником на котором ты можешь с респа прожать два расходника и иметь за счет этого преимущество над противником, который, например, играет на штурмовике и может с респа прожать только одну расходку, не имея дополнительного бонусного эффекта никакого, да, то есть, то это, это габелла, да. Единственная возможность грамотной реализации это использование тяжелого корпуса, да, медленной игры, когда у вас будет кулдаун расходки 100%, и за счет кила вы сможете как-то реализовать грамотно этот дрон. Плюс, если вы играете на кемперских вооружениях, да, то есть та же рельса, тот же Гаус, если вы стоите на какой-то определенной позиции издалека накидываете урон и, ну, например, по вам там не накидывают урона, вы играете на защитнике, да, дефолтом, то у вас по сути с этим дроном не будет э, долгих кулдаунов при уничтожении противника, да, то есть если вы его не уничтожаете, понятное дело, что от него эффективности нет. А в любом другом случае, да, то есть если вы не тяж какой-то или не кемпер какой-то, который грамотно понимает, как можно реализовать этот дрон, никакого смысла нет. Абсолютно вообще никакого. И даже при том, что его апнули, все равно он не актуален на данный период времени в матчмейкинге. И как бы разработчики бы не хотели бы апнуть тот же самый драйвер, да, как др... апнули сейчас штурмовик. И будет апать, я думаю, что и другие дроны. Когда у нас в гараже есть бустер, которым... на котором ты можешь сразу одновременно прожать два расходника. И плюс у тебя есть бонус на повышенный урон в виде 5 секунд. Да, то есть плюс у тебя есть защитник, который также работает эффективно. И дает тебе э, полтора раза больше брони на какой-то период времени, если не ошибаюсь, вроде там 20 секунд. Да? Все остальные дроны становятся абсолютно неэффективными. Если ты можешь респадать два расходника, здесь ты даешь один, все, как бы эффективности нет. Если бы, например, штурмовик мог бы дать три расходки, сразу, просто сразу, хоп, троечку дал, и потом после килла у тебя бы сразу был бы КД всей же фуловой опять расходки, и ты бы опять 234 хоп, дал, килл дал, когда на кулдауне у тебя расходка ушла, например, на 20 секунд, опять килл дал, хоп, опять кулдаун 20 секунд спал. Вот тогда была бы эффективность этого дрона и был бы смысл в его использовании. Но а без этого всего я, честно, не вижу никакого смысла. Абсолютно. Можно, конечно, там пробовать, выпендриваться там, но намного проще использовать защитник, использовать бустер, да, который мне сейчас вообще очень безумно нравится. И все, и все. Поэтому как-то так. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Пишите, что вы думаете по поводу штурмовика. играйте на нем, не играете. Вообще, какой дрон используете в матчмейкинге, да? Какой дрон, по вашему мнению, является самый жестко нагибаторский? Да, какой нужно использовать? Ну, если понятное дело, у вас там кризиса нету. Напишите. Мне будет очень интересно почитать, узнать ваше мнение по этому поводу. Поддерживайте видеоролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписан, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видосы. Ну а с вами был Мистер Ванька, всем друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.